Так, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Всем привет, всем хорошего дня. Всех подписчиков, не подписчиков, всех друзей, всех знакомых своих, всех родственников, всех товарищей, которые знаю. Всех поздравляю с праздником. Сегодня у нас Медовый Спас, 14-е. Самое главное, всем, всем я желаю, прежде всего, здоровья. Будет здоровье, будет все. А когда человек нездоров, ему ничего не надо. Поэтому, ребята, кто-то там мне говорит, ой, нет, денег больше давай пожелай. Да нет, ребята, будут деньги, а здоровья не будет. Поэтому самое главное, я хочу вам пожелать всем, всем моим друзьям, моим знакомым, всех, кого я знаю и не знаю, прежде всего здоровья. Чтобы вы были здоровы. Вот. И пусть еще сегодня будет хорошая погода, которая сопутствует будет этому празднику. Хорошее настроение у вас. Ну и если кто-то работает в данный момент, силы ему, оптимизма и настроения. Ну и немножечко хочу пообщаться с теми. У нас вот был вопрос по поводу «Привезли песок» возле нашего ДК, бывшее название его ДК «Сахарник». Попросила я в соцсетях всех пап своих детишек прийти, пожалуйста, раскидайте песочек. Знаете, никто не откликнулся. И это очень отрицательно с этой стороны. Поймите, у нас ДК работают, считай, одни женщины. Там только два мужчины. И то один ровесник, другой немножко постарше. Вы понимаете, они, ну, не могут же они эту всю кучу за вас перекидать. Ваши дети будут играть. И главное, знаете, как получается? Значит, когда песок привезли, ну, никого детей нету. Все, как будто, значит, как будто сказали, не ходите, там песок раскидывает. Вот. А когда сейчас песок раскидают, будут дети. И идут на другие площадки. То ходили туда, а теперь на другие площадки идут, лишь бы туда не идти. Вот поэтому я не хочу. Я хочу, чтобы наши все сахарники, все, которые живут на поселке, были настоящими, были такими дружными, чтобы наш поселок тоже процветал, чтобы был порядок, чистота. Все усилия принимать всем, а не одному человеку. Понимаете, один человек не в поле не воин. А поэтому хочется в праздничек сказать, ребята, давайте быть дружными, давайте будем все делать для того, чтобы все было хорошо. Вот. И поэтому я еще раз говорю, будьте здоровы, будьте счастливы и всего-всего хорошего всем-всем. Вот. Погода, конечно, не айс сегодня, так прохладно, солнышка нету. Вот. Ну, в футболках идут. Кто в курсе, кто в футболках, кто в чем. Но вчера, конечно, было теплее, намного теплее. А сегодня прохладно. И кажется, будет дождь. Ну и что еще сказать? Я буду стараться создавать видео интересные для вас на тему на злобную дня или вообще вот по ходу. Мне уже прислали мои друзья там прислали запрос, сделали еще несколько видео сделать по школе и по клубу. Ребята, сделаю обязательно. Но у меня там немножечко есть видео об этих объектах. Но я сделаю подробно. Потому что я знаю, что люди, которые живут далеко, все равно тянет в свои родные места и в свою родную школу, где ты учился, где ты ходил, смотрел кино. Я понимаю. Это очень большая проблема. Просто мы, когда молодые, мы этого не понимаем. А потом стареем, и все это с годами сказывается. Так что все буду снимать, все буду делать. Вот. Ну, а кто не подписан, подписывайтесь. Я буду очень рада. Жмите подписаться на колокольчик, и вы первые будете получать мое видео. И еще раз, праздником, дорогие мои все друзья, знакомые, подписчики, не подписчики. Я всех жителей России поздравляю с праздником. Будьте здоровы и счастливы. Самое главное. И не унывать. Нос вот так держать всегда вверх. Все, пока-пока. Счастливо всем.